Вот бравая четверка из среднего прайда. Дружненько так лежат вместе. Так, они сдружились за этот сезон. Эти два друга даже свои лидерские амбиции стали проявлять. Там, конечно, еще королева крымской саванны им подыграла, придала такого напора. Вон еще один их дружок. Кто чем занят на просторах саванны? Кто-то ходит в поисках чего-то, то ли приключений, то ли общения, то ли любви, то ли разборок. Кто-то отдыхает на львином пляже. Эти ребята тоже тут нежатся под солнышком на теплой травке. Да, все-таки действительно, какие они ласковые, кто бы подумал. Огромные бойцы, высшие хищники, и вот такие нежности. Так,
Так, а что там у нас на Львином пляже? Опять Казанова что-то там. Молодежь учит уму-разуму. Вот такая вот спокойная обстановка, располагающая к неге, нежностям.